Давайте, пока все приходят и собираются, пока мастера садятся на VIP-места, пока все другие люди, которые мне сказали, сесть на VIP-места, на них садятся, давайте научимся управлять главным героем нашей сегодняшней церемонии. Достаньте, пожалуйста, телефоны и зайдите на сайт menti.com. Это ваш сайт в телефонах на сегодняшнюю церемонию. И нужно ввести там код 94-31-557. Мы сейчас просто учимся, просто тренируемся управлять главным героем. На экране сайт menti.com. Нужно зайти и ввести код 94-31-557. Код, по идее, не должен меняться в течение всей церемонии. Если что-то пошло не так, просто обновите браузер. И это всегда будет на верхней строчке всех опросов. Menti.com всегда будет на верхней строчке. И сейчас, ну давайте уже так, для тренировки, для разминки, я могу сказать, наверху верхняя строчка menti.com. Друзья, 100% кто-то из вас получит Оскар, гарантирую. 100% кто-то из вас получит не один Оскар, гарантирую. Давайте, делайте ваши прогнозы. Половина скромные. 10% не очень. Тренируемся, учимся голосовать, рассаживаемся. Аркин Клауд на VIP-места, пожалуйста. Ну так, так, половина не рассчитывает на Оскар, половина рассчитывает. Сколько Оскаров нет, сразу скажу. Поддержишь. Я предвижу, ты сегодня поддержишь Оскар. Смотрите, чтобы перейти с опроса на опрос, по идее не нужно делать ничего. Леша, переключи, пожалуйста, следующий опрос. Если что-то идет не так, нажмите на ту кнопку, которая у вас появится. Ну или, простите нас за технические неполадки Menti. Ну и давайте, ролевая столица Сибири, все эти города были хостами игр, получивших номинацию лучшей игры. Ну давайте, давайте. Сейчас мы посмотрим состав зала через Барнаула, никого что ли нету? Голосуем. Ну, прямо понятно, в каком городе мы находимся. Но, друзья, я не могу не сказать, что в этом году в Красноярске было 4 игры, а в Новосибирске 16. Это случайность, я понимаю, собственно, это чудовищная случайность. Да. Ну что, друзья? Я надеюсь, что большинство из вас научилось управлять главным героем, настроилось на сегодняшнюю церемонию, расселось. Ну что, начинаем? Герой, описывающий концепцию мономифа, общего сюжета большинства мировых историй. Мономиф по шагам описывает идеальный сюжет любого произведения и то, как его проходит архетипический герой. Первый шаг на этом пути – обычный, обыденный мир. Я
все в этой ролевой жизни видал. Все выигрывал, кроме Оскара. Со всеми дрался, никогда не бухал. Интересно, есть ли что-нибудь в этом мире, ролевом мире, что я мог бы попробовать и как-то кайфануть по-новому? Жизнь такая скучная. Ну, я же пробовал все это. Только вот в этом маленьком, маленьком центральном регионе, который даже на хер не похож. Но посмотри за то, насколько на хер похоже сидеть. И это знак. Ты же мужик. Чтобы чего-то по-настоящему попробовать, ты должен пойти путем героя в Сибири. И настало время сделать выбор вам, дорогие друзья. Каким путем саморазвития в ролевых играх должен пойти Юрген? Ролевые битвы, драка и пушеснёвка, драма и духовность или путь победы сибирская функциональная школа? Выбирайте с умом, друзья, пожалуйста, от этого будет зависеть все. Друзья, мне 43, некоторые мне еще уже поздно делать. Может быть, хотя бы победы? Вы ведь не знаете, что ждет вас дальше на этой церемонии Оскара. Синяя яма, там победа! О, смотрите, смотрите! Победа! Синяя яма! Нам не хватает буквально одного вопроса! Мы ждем последний процент! Путь победы! Итак, Сибирь... Выбор сделан! Итак, Сибирь, похожая на тему... Итак, Юрген мог идти путем драмы и духовности, путем пьянки и пожизневки, путем бойца, но победа! Сибирская функциональная школа Красноярская Акула! Итак, этим путем пройду я по Сибири и стопчу все дорожки, дойду с каждой бабой до каждой палатки, выиграю все белые заветы, а мои бойцы обойдут всех на каждом штурме. Осталось определиться, какой первый Оскар будет наш. И кажется, что это будет Оскар за лучшего бойца. Чтобы выиграть Оскар за лучшего бойца, нужно правильно вооружиться. И теперь время за вами, дорогие друзья. Время выбрать дальнейший путь героя. Как Юрген может получить Оскар за лучшего бойца? Чем ему нужно драться? На текстолите, на варфе, на страйкболе или хватит доброго слова? Голосуем! Особенно обратите внимание, вот что бывает, если позволить игрокам, мать его, выбирать хоть что-то в вашей ролевой игре. Так получается вот такая херня. Выбор сделан! Доброе слово! Ты сильный мастер! Не напугать меня этим! Юрген мог драться на текстолите, на варпе, на страйкболе, но дадут ему всего-навсего доброе слово. Не-не-не-не-не, я знаю, я слышал, там, за Тюменью, совсем другие места. И добрым словом и пистолетом ты сможешь сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. А наша первая номинация покажет нам, на чем дерутся настоящие бойцы Сибири. Лучший боец Сибири. И вручить эту номинацию я приглашаю человека, который сам был номинантом. Шурин Денис Семенов, мастер мушкетерки следующего года. Спасибо.
Еще раз здравствуйте, друзья. Я здесь. Меня никогда не приглашали вручать ролевой Оскар. Вы не узнаете почему. Так вот, лучшим бойцом сезона 2021 признана Елена Карева. Велик, что ли? Нет. Я пошутил. Щеблевский. Ты Так, это что за говно? Слышите? Проливай Сибирь. Давай, давай. Блин! Вообще, это какая-то жопа, а не Оскар. Ему за что вообще давали? Я не понимаю. У вас правила вообще есть здесь? На третьем шаге пути героя даже самого сильного бойца или игрока может напугать неизвестность. Ему придется стать сильнее, чтобы выйти из зоны комфорта. Но у Кэмпбелла есть ответ. Потому что на этом этапе появится волшебный помощник, который, может быть, даже даст нашему герою волшебную палочку. Или волшебный посох. Есть у кого-нибудь что-нибудь покрепче? Я твой волшебный помощник, а это мой волшебный посох! Встал! Побежал выигрывать эти гребаные ролевые игры! Ну, функциональная школа! Пошел, пошел, пошел! Ну, как мы понимаем, одному Юргену не справиться. И настало время для нашего следующего выбора. С кем в команде должен поехать Юрген, чтобы получить Оскар? Он должен ехать красивым с Викой Супрунчик, крутым бойцом с Гусевым, в синюю яму с крестворожденными, с крутым махаче с крутой Алисой, выигрывать с Зомером или есть стекло с кнопкой, решайте! Каждый голос имеет значение, говорят вам. Но принял свое решение. Выбор сделан. Юрген, ты едешь с Любахой. Где бухло? Где танцы? Мне сказали, что... что девок перегрузила нам звук. Девчонки и единорог. Встаем в такую позу, чтобы мы сейчас делали селфи. Хорошее селфи. Да. Командное селфи. Да, командное селфи долбим. После этого, девчонки, все тегаем. Все тегаем меня в инстаграме и пишем, что мы едем командой. Так. Закрыл свет.
Но меня и не должны узнавать. Это же номинация «Лучшая команда». Ребята, номинация «Лучшая команда». Получить эту номинацию я приглашаю мастера игры «Сталкер Восход» следующего сезона. Яра, Вера Ноздрина, пожалуйста, на сцену. Выбирайте любое количество вариантов. Вы уже поняли?
поняли, что щадить меня не надо, но все-таки как бы с некоторым умом к этому выбору подойти стоит. Щадите меня, пожалуйста. Рога. Сейчас посмотрим. На самом деле, это голосование, как всегда, больше говорит о вас, чем о нас. Библии, Библии всегда с собой. Библия. Почему нет Библии? Вот это тоже хороший вопрос. Какая в Сибири Библия, очнись. Итак, топ-3. Как мы и ожидали, полосатые штаны. Будь они неладны. Рога. И корона. Давайте корону не будем, следующую. Флягу возьмем, например. Корона на рога, ну вы что? Фляга, рога и полосатые штаны. Внимание, черный ящик. А пока Юрген преображается. Ну давайте увидим, как должен выглядеть по-настоящему хороший мужской костюм. И вручить эту номинацию я приглашаю Лавра, мастера игры «Легенда об Искателе» в Красноярске в следующем году. Честно говоря,
Что-то я себе не нравлюсь. Пауз, я-то как себе не нравлюсь? Конечно! Потому что женские костюмы гораздо круче мужских. Юра, признайся, ты же думал об этом. Ты же не хочешь отказаться от женской части себя. Ты же не слышишь играть на спорте. Нет. Раз с тобой внутри есть женская часть, похожая на нашу армию. Если бы мы могли получить Оскар за женский костюм, нам бы пришлось вознаградить себя. Например, как? Например, женское белье. Да, я уверен, сейчас зал выступает аплодисменты к нашей армии, с которой бы хотел посмотреть белье. Но мы будем смотреть на следующую номинацию. Екатеринбург, там все понятно. Так что игры есть? Как бы... Давайте проверим, есть ли там игры. Следующая номинация.
лучшая игра вне Сибири. И я хочу пригласить на сцену Костоправа Ярослав Пашиев. Мастер игры «Сталкер» с начала следующего года. В Телеграме. И победителем в этой номинации становится «Миф о Трое». К сожалению, никого из мастеров в зале нету, но я обязательно им передам. Это очень важная игра для Москвы. Ну давайте немножко поаплодируйте. Москва столица. На Колыму, за Уралье тоже что-то бывает, говорят. Ладно, ладно, убедил. Игры за Уралом бывают. Я понял, как на самом деле получить нормально Оскар за игру вне Сибири. О, давай, давай. Нужно просто привезти туда побольше сибирских игроков. Классно. Нет, это не херня. Нужно привезти туда как можно больше хороших фотографов. Глядя на эти номинации, я в это уверен. Ну что? Мы знаем, что благодаря фотографам мы можем увидеть, лучше. Какими были те игры, на которых мы не были. И поэтому в этом году мы хотим сказать всем вам, дорогие ролевые фотографы, большое спасибо с помощью номинации «Лучший фотограф», которую я приглашаю вручить Фокса Владимира Гореванова, мастера игры Deep Space следующего года в Новосибирске.
И в этой замечательной номинации побеждает Елена Фолка Захарова! Мне написали этот выбор в Красноярская функциональная школа, никогда не сдавайся. Теперь я ущипнул тебя за задом. Просто не понимаешь, как здесь все устроено. Узнай! Узнай билет! Узнай! Ты же самый сильный из церковной, знаете, театральный игрок. Так. Они тебе выбрали функциональную школу. Так. Пусть, при котором ты ничего не выигрываешь. Так. Так, сибиряки подставили тебя. Так. Они сделали, чтобы это был серьезный внутренний конфликт. И еще какой конфликт! Твоя внутренняя женщина очень недовольна! В этом сезоне ты не сыграл ни одного женского персонажа, и следующий Оскар тоже пройдет мимо тебя. Потому что наша следующая номинация «Лучший женский персонаж». И вручить я ее приглашаю мастера игр «Братска» Клауд Владимир Крысиков на сцену. Елене Фолке Захаровой. Персонажа Жанна Браунова. Жанна!
максимально неожиданно меня из Красноярска вообще выпустят после такого. Нет! Да, ну еще один спасибо. Нет. Спасибо. Мы четко поняли, у кого нужно учиться. Так. Я понял, что половину Оскаров я упустил. Отлично. Следующая номинация «Полипас» должна быть такая, что мы ее возьмем. Ты уверен, но ты прям готов. Да-да-да. Давай сражаться до конца. Да. Поэтому время выбрать дальнейший путь героя. Как Юргену получить роль, которая принесет Оскар? Время выбора зала. Что ему нужно сделать? Вывести вакансию. Или стать другом мастеров. Ну или привычный вариант через постель. Чей привычный, побоюсь, без постели. Или красноярцы знают. За любую роль можно получить Оскар, если ты Константинов. Все нормально. Голосовалка сломана. Мы даже на игры с приложением ни разу не ездили. Любят юрусы велики. Константинов? Ну можно хотя бы Константинов, я хотя бы его знаю. Следующая номинация. Это лучший мужской персонаж. Отручить ее я приглашаю кнопку Наталью Харитонову, которая в следующем году делает летающих китайцев.